За субботу и воскресенье скорая медицинская помощь понадобилась 47 горожанам. Из них 12 человек были госпитализированы в приемное отделение городской больницы. Что же касается службы 01, то здесь на протяжении последних 3 дней все было спокойно. Но уже сегодня, в первой половине дня, все спецслужбы города отправились по вызову на 14-й километр автодороги Лабытнанги-Баваненково. Что там случилось, знает Максим Швец. 14-й километр автодороги Лабытнанги-Баваненково. Колонна грузовиков. Каждый ожидает своей очереди на погрузку щебня. Трое водителей вышли из своих машин наперекур. И вдруг один из грузовиков покатился. Как выяснится позже, его забыли поставить на стояночный тормоз. Именно эту ошибку, со слов свидетелей, пытался исправить погибший. Ему не хватило нескольких секунд, чтобы полностью запрыгнуть в кабину. И он оказался зажатым между двух самосвалов. Водители автомобилей, которые рядом стояли, пытались оказать помощь, но были очень... тяжелые телесные повреждения, то есть не удалось спасти человека. При осмотре на автомобиле были обнаружены незначительные механические повреждения. Их ремонт обошелся бы несколько тысяч рублей. Но теперь их цена – человеческая жизнь. Максим Швец, Григорий Волков, программа «Время местное».